Yamuna Tiravanacharya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihare Jaya Gopi Janna Valabha Jaya Girivaradhare Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanacharya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya. Nitai Gora Haribol, 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 Nitai Gora Haribol. Nitai Gora Premanande. Сегодня мы читаем Шримад-Бхагаватам, 4-я песня, 21-я глава, которая называется «Наставление Махараджа Притху», текст 21-й. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ят пада сева бхируччи тапасвинам. Ашеша джанмо пачитам малам диях. Садьях шиноти анвахам эдхати сати. Ятха падангуштха винистра сарит.
Ядпадасе вапиру чисто по свинам. Ашеша джанма пачитам малам дьях. Садьях шиноти анвахамадхати сати. Ятха падангуштха винистрасарит. Ядпадасева баручиста пасвинам. Ашеша джанма пачитам малам дьях. Садьях шиноти анвахамадхати сати. Ядха падангуштха винистрасарит. Пожалуйста. Матаджи, пожалуйста. Как-то видно? Ну, тогда пословный перевод. Ядпада, лотосным стопом которого сева, служение, абхиручих, склонность. Тапасвинам. Те, кто совершает суровые аскезы. Ашеша. Бесчисленные. Джанма. Рождение. Упачитам. Приобретают. Малам. Грязь. Дхиях. Ум. Садьях, сразу, кшиноти, вычищает, анвахам, с каждым днем, эдхати, растущее, сати, бытие, ядха, как, пада ангуштха, из пальцев на его лотосных стопах. Винихсрита, текущая, сарит, вода. Перевод. Стремление служить лотосным стопом Верховной Личности Бога способно очистить умы страждущих людей от всей грязи, накопившихся за великое множество жизней. Подобно водам Ганги, текущим из пальцев лотосный стоп Господа, преданное служение сразу же очищает ум живого существа, и у него постепенно развивается духовное сознание, то есть сознание Кришны. Комментарий о божественной милости Абхай Чаранарвинды Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. В Индии можно видеть, что люди ежедневно совершают омовение в Ганге, избавляются практически от всех болезней. Один очень почтенный браман, житель Калькутты, никогда не принимал лекарств, назначаемых врачами. Даже когда ему случалось болеть, он не обращался за помощью к врачу, а просто пил воду из Ганги и очень быстро выздоравливал. О чудесных свойствах воды из этой реки известно всем индийцам, в том числе и автору данного комментария.
Ганга протекает по Калькутте. Иногда она несет в своих водах испражнения и нечистоты. В нее сбрасывают отходы окрестные заводы и фабрики. Но тем не менее тысячи людей регулярно совершают омовение в водах Ганги. И благодаря этому обретают крепкое здоровье и развивают в себе духовные наклонности. Такова чудодейственная сила вод Ганги. Ганга является священной потому, что вытекает из пальцев лотосных стоп Господа. Аналогично этому, человек, который начинает служить лотосным стопом Господа, развивает в себе сознание Кришны и сразу очищается от всей скверны, скопившейся за великое множество прожитых им жизней. Мы видели, как люди с очень темным прошлым, приняв сознание Кришны, полностью очищались и быстро продвигались по духовному пути. Вот почему Притху Махараджа говорит, что без благословения Верховного Господа невозможно добиться успеха ни в сфере так называемой морали, ни в экономической деятельности, ни на поприще чувственных наслаждений. Поэтому человек должен обратиться к служению Господу, то есть встать на путь сознания Кришны, что, согласно Бхагавад-гите, очень быстро перейдет его к совершенству. Кшипрам бавати дхарматма шачвач чатхантим нигачхати. Сознавая свою ответственность за судьбу подданных, Притху Махараджа советует им принять покровительство Верховной Личности Бога, чтобы немедленно очиститься от материальной скверны. В Бхагавад-гите Господь Шри Кришна также говорит, что просто предавшись Ему, человек сразу избавляется от всех последствий своих грехов. Как только человек предается Кришне, Кришна забирает все его грехи. Джая Шри Шри Гауранте. Подобно этому, представитель Кришны, его внешнее проявление, несет живым существам милость Верховной Личности Бога, давая ученикам духовное посвящение. Поэтому он тоже принимает на себя все последствия прошлой греховной деятельности своих учеников. И если ученик следует указаниям духовного учителя, то он всегда остается чистым, и материальная скверна не сможет коснуться его. Шри Чайтанья Махапрабху в этой связи говорил, что духовному учителю, который действует как представитель Кришны, приходится брать на себя все грехи своего ученика. Нередко духовный учитель идет на риск, принимая слишком много чужих грехов, из-за чего ему приходится испытывать те или иные страдания. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху рекомендовал духовным учителям не принимать много учеников. Еще раз перевод текста. Стремление служить лотосным стопом Верховной Личности Бога способно очистить умы страждущих людей от всей грязи, накопившейся за великое множество жизней. Подобно водам Ганги, текущим из пальцев лотосный стоп Господа, преданное служение сразу же очищает ум живого существа, и у него постепенно развивается духовное сознание, то есть сознание Кришны. Омагьяна тимиранхасья гинанджана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам яна бутале Своим рупах кадамбахьям дадати свападантикам. Вандыхам шри гурох шри юта падакамалам шри гурун вайшнавамща. Шри рупам саграджатам сахагана рагунатам витам. Там садживам саадвайтам саватхутам париджана сайтам Кришна чайтанья девам. Шри рада Кришна падан сахагана лалита шри вишакан витамща. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Путале Шримате Бхакти Виданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пащатьяде Шатарине Ванча Калпа Дарубьяща Крипа Синхубье Вача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы читаем с вами главу, которая называется «Наставление Махараджа Притху». В прошлой главе Махараджа Притху описывается, что он привел жертвоприношение.
для удовлетворения верховной личности Бога. Хотя он сам является Шакти Веши Аватарой, он является воплощением верховной личности Бога. Но для того, чтобы показать пример всем царям, для того, чтобы показать пример всем своим подданным, он ведет себя как истинный представитель Господа, то есть он показывает пример, как должен вести себя царь. То есть царь должен служить Господу, он должен помогать своим преданным, подданным, приходить к Богу, очищаться, совершать физические ритуалы жертвоприношения. Поэтому он провел это жертвоприношение, и как результат этого жертвоприношения появился Господь Вишну. Интересно, что Господь Вишну, когда он появился, он даже настолько был удовлетворен Притху Махараджем, что он не хотел уходить. Он какое-то время оставался, слушал его молитвы. И Притху Махарадж показывал пример, как мы должны также почитать Господа, как мы должны обращаться к Господу, как мы должны служить Ему. И потом, после того, как Господь ушел, Притху Махарадж обратился к своим подданным. И он описывает, как должен жить житель его государства. Фактически он был правителем всей Вселенной. Всей земли, где были люди, где были другие существа. То есть мы помним, что как-то земля отказалась родить зерно, и он вынужден был наказать ее, он вынужден был привести телят различных, которые помогали ей давать молоко, в виде различных субстанций, которые требовались различным жителям различных планет, начиная от демонов, ракшасов. Мы поэтому видим, что на самом деле все живые существа Вселенной тогда принадлежали ему, то есть он был их властелином, он был царем всей Вселенной фактически. И теперь он обращается ко всем своим жителям, объясняет, как должен жить человек в его государстве. И он объясняет, как я вот слушал лекцию Бариджаны Прабу по этим стихам, по этой главе, Бариджан Прабу рассказывает о том, что фактически он поблагодарил своих жителей за то, что они помогают ему в исполнении его долга. Потому что его долг – это защищать жителей, которых поручил ему Господь. И часть его долга – это помогать им осуществлять их долг. Поэтому он в начале своей речи говорит о их долге, то есть о том, что должны делать жители, подданные его страны. И он говорит о том, что они должны выполнять предписания системы Варнашрамы. То есть фактически это обязанность любого наставника или любого старшего, как гуру насасят, пита насасят, говорится в Шримад Бхагаватам, что личность не должна становиться ни гуру, ни питой, ни отцом, ни царем, если он не может избавить своих подданных от цикла рождения и смертей. То есть фактически Притху Махарадж объясняет, как должны жить его жители царства, чтобы они избавились от этого цикла рождения и смертей. Он вначале говорит о том, что мало того, что он получает еще 1/6 часть того, что зарабатывают они. Как бы говорит, от себя. То есть он говорит, что вы должны подумать также про меня, что я получаю часть вашего благочестия или греховной кармы. То есть, если все жители благочестивы, то я получаю 1/6 часть. Представляете, это было начало Сатья-юги, то есть тогда жители были практически все благочестивы. И он получал огромное-огромное благочестие всех жителей. Но если они грешат, как сейчас Кали-юга, например, помните эту историю, когда, по-моему, один из ачарьев, гуру Рамануджа Ачарьи, он сказал, когда еще был маленьким, сказал, что фактически царь в это время, он вынужден терпеть огромные страдания, он несет огромную ношу грехов всех жителей своего царства, потому что сейчас Кали-юга. Поэтому представьте себе, например, какие страдания испытывают те, кто становится во главе государства. С одной стороны, они как бы берут 1/6 часть их благочестия, то есть получают, зарабатывают деньги на этом. С другой стороны, они вынуждены получать и греховные реакции. Потому что если люди убивают животных, едят их,
занимается незаконными видами деятельности, совершает аборты и так далее, самые гнусные виды греховной деятельности, которые сейчас совершаются, то он вынужден будет получать результаты этой деятельности. Но в первую очередь он говорит, что жители должны исполнять свой долг не из-за того, что они получат от этого, а из-за того, что Кришна будет удовлетворен, потому что главная цель любого живого существа – удовлетворить Кришну. И в той степени, какой удовлетворяется Кришна, в той степени мы получаем результаты выполнения нашего долга. Поэтому, как говорит стих «Яд хороший, яд джихоси, яд дадаси, таткантая», то какие бы аскезы, какие-то, яд тапаси, какой бы ты ни шал аскезу, что бы ты ни сделал, делай это, сын Кунти, как подношение мне. Даже если вы выполняете свой долг, как варнашаму дхарму, если мы это делаем, то надо делать это как исполнение долга Господу Кришне. То есть он говорит, что это, мы должны делать это из любви к Господу, также из любви ко мне. Потому что, и он говорит, что тогда вы получите плоды. Потому что не просто варнашама дхарма как таковая, которая просто вы выполняете свой долг, как браман, кшатри, вайшья или шудра, и вы получаете плоды от природы. Он говорит, нет, кто стоит за всеми этими плодами? Что есть контролирующий, верховный Господь. Поэтому это называется дайви варнашама дхарма, то есть божественная варнашама дхарма, которая направлена на то, чтобы удовлетворять верховного Господа. И тогда человек получает эти плоды. И то есть Притху Махарадж логично доказывает, что Господь есть. И есть высшие личности, которые принимают законы верховного контролирующего. То есть законы действуют не сами по себе. И вот уже в этом 31 тексте, который мы сейчас читаем, он говорит о том, что фактически он описывает, что вы следуете, например, здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит о четыре цели, которые говорят веды. Это он говорит, вы не можете добиться успеха ни так называемой морали, то есть дхарма, ни экономической деятельности, то есть это что? Артха, ни поприще чувственных наслаждений, то есть кама. Без чего? То есть если вы не будете служить верховной личности Бога. Иначе Господь, ну, то есть человек не сможет очиститься от своих, вот в тексте самоописывается, что она способна очистить умы страждущих людей от всей грязи, то есть стремление служить лотосным стопам Господа. Очищает от какой грязи? Грязи нашего осквернения в уме, то есть нашего неправильных концепций в уме, которые у нас есть, сложились за многие жизни, тут написано, которые накопились за великое множество жизней, от наших желаний, которые у нас накопились. И описывается, что это подобно водам Ганги, текущим из пальцев Господа, лотосный стоп Господа. Мы знаем, что когда Ваманадев, он пробил оболочки Вселенной, то он своим пальцем, пробил большим пальцем, и тогда из океана Карнадака, то есть океана Причинного, начал вытекать этот океан, это как река Ганга. Но хотя также описывается, что эта река Ганга, она не только течет по пальцам верховной личности Бога, но также она исходит из Галоки Вриндавана, из духовного мира. Это определенная личность, которая воплотилась, чтобы прийти в материальный мир, чтобы здесь освобождать живые существа. Но вот она соприкоснулась с верховной личностью Бога, с его стопами. И эта потенция, эта энергия уже имеет возможность очищать нас. То есть дает возможность нам также очищаться, просто принимая там омовение. Шрила Прабхупада сразу же в комментарии говорит, что в Индии можно видеть, что люди ежедневно совершают омовение Ганги. Вот я был в Майяпуре в этом году и старался каждый день, несмотря на то, что был достаточно загруженный график, приходить совершать омовение Ганги. И Бриджан Прабху также рассказывает о том, что когда он пришел первый раз на Гангу, он подумал, как это будет ощутить омовение в Ганге. Будет это как купаться в обычной реке, например, здесь у нас на Днепре. На самом деле, действительно, это определенное непередаваемое чувство, которое ты получаешь, когда ты принял омовение. Даже несмотря на то, что там иногда можно видеть внешнюю грязь. Иногда там приходишь, и там очень много какой-то пены, какой-то грязи, какие-то даже на буйволы, такие трупы буйволов сплавляются по Ганге.
Просто и что люди делают, они просто, я когда заходил в реку, просто немножко отгребаешь ту грязь и заходишь и окунаешься в воду. Это подобно, один преданный также давал лекцию по этому стиху, подобно тому, как, например, деньги. Например, 1000-гривневая банкнота, например. Несмотря на то, что она может быть грязная, на то, что она может потертая, помятая, пожмаканная, валяться где-нибудь на полу, тем не менее, ценность ее не утрачивается, правильно? Можете прийти в банк или можете прийти в магазин и купить какие-то деньги за эти деньги, купить какие-то товары, какие-то продукты. Так и Ганга, несмотря на то, что она кажется внешне грязной, несмотря на то, что она кажется скверненной какими-то заводами, несмотря на это, ценность, ее духовная ценность не утрачивается. Материальной с точки зрения она может казаться грязной, но материальные загрязнения не влияют на духовную ценность. Поэтому мы можем в любом случае принимать омовение в Ганге. Некоторые преданные, например, Чайтанья Чанда, Чан Прабхой, знают, он каждый день пьет воду из Ганги, отстаивают и пьют. 5-литровые бутылки набирают и потом просто пьют каждый день. Я знаю, Шрила Прабхупада, он тоже написал здесь комментарий, что и эта слава, он говорит, о чудесных свойствах воды из этой реки известна всем индийцам, в том числе и автору данного комментария. Не просто, что известно, знаете, как бы, ну, нам тоже известно. Но говорят еще, Шрила Прабхупада написал книгу, еще когда он был грихаской, о чудесных качествах, целительных качествах воды Ганги. Я никогда не видел этой книги, но рассказывают. И, то есть, просто омываясь в этой реке, можно избавиться от многих болезней. И вот также здесь потом описывается, что как происходит этот процесс, как происходит процесс очищения, что если не просто поднимаетесь в Ганге, но вы служите стопом, лотосным стопом Господа, то вы еще больше очищаетесь, потому что если вы обмываетесь в Ганге, например, я каждый день ставлю тилаку, используя воду Ганги уже много лет, но это очень малое, маленькое очищение. Лучше человек очищается, когда он совершает непосредственно служение лотосным стопом Господа. Это больше очищает и быстрее очищает, чем если мы просто принимаем омовение. Говорится даже в Шримад Бхагаватам, что человек должен долго, много раз принимать омовение в Ганге, чтобы очиститься хоть немного. Но стоит ему хоть один раз чисто повторить святое имя Господа, совершить служение Верховной Личности Бога таким образом. Это самый могущественный процесс служения в наше время. И он мгновенно очищается. Чета дарпана марджанам. То есть чета, сознание ума его, дарпана, зеркало, очищается марджанам сразу же. И таким образом человек очень быстро приходит к любовному служению Господа. Вишна Чакрати Такур говорит, здесь в тексте, например, описывается также, он переводит так, что как вода, текущая из большого пальца Господа, так же и вкус служения Господу сразу же уничтожает все осквернение разума у того, кто совершает какие-то аскезы, осквернения, которые были заработаны в течение многих рождений. И день за днем такой духовный вкус увеличивается. И Вишна Чакрати Такур описывает в своем комментарии к этому стиху, что успех, который мы достигаем благодаря совершению чистого бхакти, нельзя обрести благодаря совершению многих аскез. Что это означает? Что Бану с вами также, он давал лекцию по этому стиху, он описывает, что кьяни и йоги, они совершают какие-то аскезы. Кьяни что делают? Они принимают саньясу, они отказываются от любой деятельности, они изучают веданта-сутру. То есть реально это очень сухая шукшка гьяна, так называемая. Сухая логика, сухая гьяна. Они пытаются постичь брахман с помощью своих умозрительных заключений. Или йоги, что они делают? Они практически отказываются от еды. Они уединяются. Они полностью соблюдают целибат. Уходят в горы, совершают эти личные пранаямы или различные асаны делают. Но это максимум, это аскезы, которые человек совершает. Но она не дает больше, чем просто того, что человек немножко очищается. И как это подобно тому, как, помните, когда Шукадева Госвами рассказывал Парикшиту Махараджу, что как можно избавиться от адских планет, от
жизни на адских планетах. Он сказал, просто совершай праящиту, то есть совершай какие-то искупления. И тогда Парикшит Махарадж, он как он своему гуру говорит, ну как можно каким-то искуплением просто избавиться от желания грешить? Потому что желание грешить все равно останется у человека. Также йоги и гьяни, у них все равно просто они очистятся, может, от греховных реакций каких-то. Но желание у них останется в сердце. Мы видим эту историю, например, кого? Саубхари Муни, который медитировал в Ямуне. Он видел рыбок, он совершил перед этим оскорбление Гаруды. И видел рыбок, целующихся, и он, у него возникло вожделение, он пошел, вышел на берег и начал искать себе жену. Нашел в конечном итоге 50 жен Махараджа Матхуры. Но это что происходит с йогами или с каким-то гьяни? То есть это реально очень опасно, если человек не совершает бхакти. Мы также видим, например, что если люди сидят в тюрьме, они могут там, отсидеть за кражу, например, или за убийство, долгий срок. Но, тем не менее, когда они выходят из тюрьмы, у них все равно остаются наклонности. Как говорится в старой этой старом фильме, говорится, отсидел, украл, выпил, снова в тюрьму. Так у них происходит, потому что желание грешить остается у человека. Потому что если он не предался Верховной Личности Бога, как Бхактирасамрита Синху описывается, или в Нектаре Преданности, или также в Падмапуране, что человек очищается, как говорится, что все змеи уходят, когда все змеи даже не просто уходят, а они просто сжигаются, когда в лесу появляется пожар. Такие наши змеи, наши греховные желания, не только греховных, а любых даже так называемых благочестивых желаний, они сразу же, не мгновенно сжигаются. Это пожар, хотя есть пожар тоже Махадавагни, Дава-Агни, это пожар, который существует в материальном существовании. Но также есть пожар преданного служения, огонь преданного служения, огонь Санкиртаны. Огонь преданного служения уничтожает эти все желания, которые у нас есть в сердце. И человек тогда уже не испытывает этого желания наслаждаться таким образом. Потому Махарадж Притху, он говорит очень подробно, он объясняет в этих стихах 31-32, что людям надо в первую очередь развивать не просто варнашаму дхарму. Это хорошо, это очень хорошо выполнять свой долг, даю варнашаму даже, понимая, что есть Господь. Кстати, интересно, что почему он говорит, что надо служить Верховной Личности Бога? Потому что раньше в шастрах, учитывая, что шастры созданы, например, кем? Вьясадевой. Вьясадева понимал, что фактически большая часть людей не будет преданными. Большая часть людей материально имеет материальные склонности, какие-то материальные желания. В связи с этим он писал шастры для них. Поэтому мы знаем, что 96% шастр – это карма-канда. Все самхиты, тихасы, все араньяки, браманы и так далее. Это все в основном карма-канда. Только Упанишады небольшая часть – 108 упанишат, из них там некоторые, такие кали, сантарные упанишат, говорят о чистой преданности. Там это всего лишь 4, там 2-3% даже. Там из них несколько процентов это гьяна. Почему? Поэтому много в шастрах говорится, например, о служении Шиве, о служении Шакти, то есть Дурге. Поэтому в Индии много поклонников Дурги и Шиве и так далее. Поэтому часто возникает в ведическом обществе такая концепция, заблуждение, кому же на самом деле надо служить. В Индии особенно. Замечали, например, что он говорит, много богов, а почему Кришна главный? Знаете, часто Шалупады спрашивали индусы на лекциях, а почему именно Кришне служить? Есть Шива, есть Брама, есть, не знаю, кто еще, Индра, есть Ганеш и так далее. Тысячи, 33 миллиона полубогов, из них там Панча Пасаки, которые поклоняются пяти главным полубогам, Сурья и так далее, Дурги. Поэтому здесь Притху Махарадж делает именно конкретный акцент, говорит, что чтобы такой не было иллюзии, чтобы не было такого заблуждения, кому же там служить? Он говорит, служить надо Верховной Личности Бога, то есть Кришне. И потом многие шастры объясняют, что именно Кришна является Верховной Личностью Бога. Кришнасту Бхагаван Сваям. Также Шримад-Бхагаватам там описывается. Именно акцент делается на это. И он для жителей, которые тоже в те времена могли иметь такую концепцию, так хорошо, мы делаем свой долг, много полубогов, мы всех удовлетворяем. Но он говорит, что если мы удовлетворяем полубогов, то все равно это материальная концепция. Он говорит, ну, что разум таких людей, которые служат полубогам, они что? Это что? Разум осквернен, потому что они хотят достичь каких-то материальных плодов.
Поэтому он говорит, вот верховная личность Бога, вы должны служить Ему. И Шрила Прабхупада описывает, как Ему нужно служить. Дальше описывает, что не просто ну, вот Бог, служите Ему. Но у меня один знакомый есть, который считает, что он может стать преданным без инициации. Я ему объясняю, что говорю, начало инициацию принять. Он говорит, это все организация, у меня организации ваши не нужны. Организация это все какие-то, знаете, как церковь, как это условности. Я хочу прийти к Богу, мне не нужен кто-то. Но Шрила Прабхупада описывает дальше, что поэтому человек должен обратиться к служению Господу, но он говорит, что тогда человек такой сразу избавляется от всех грехов. Шипрам бавати дарматма шашват чантим нигачхати. Это, кстати, стих, кто помнит, какой номер этого стиха? Может, кто знает, откуда этот стих? Да, Бхагавад-гита, а какой номер? 9.31. Да. А дальше, помните, продолжение этого стиха? Каунтея праджаджанихи намай бхактах пранашити. То есть смело заявляй Каунтея, то есть сын Кунти, что мой бхакта никогда не погибнет. Он говорит, что такой человек очень быстро очищается, очень быстро. Здесь говорится в комментарии. Но для того, чтобы предаться Господу, надо предаться Его представителю. Надо предаться не просто Господу, а вот поэтому представитель Кришны, его внешнее проявление, несет живым существам милость Верховной Личности Бога, давая ученикам духовное посвящение. Поэтому тоже принимает на себя последствия прошлой греховной деятельности своих учеников. Потому что, как помню, Ганга и Ямуна, и многие священные реки обратились к Кришне, каком-то я не помню, в шастах читал, о том, что они обратились к нему и сказали, скоро будет Кали-юга, мы уйдем, наверное, из этого мира, потому что будет много греховных людей. И они будут оставлять, когда они будут купаться в нас, они будут оставлять много грехов в нас, и мы тогда сквернимся просто. Мы не сможем выдержать этого бремени грехов. Кришна сказал, успокойтесь, все хорошо, оставайтесь здесь на земле, будут приходить святые личности и будут очищать вас, потому что они носят в своих сердцах кого? Меня. То есть они приходят и такие личности очищают святые реки. Хотя многие люди сбрасывают свои грехи, он говорит, не придут, и просто благодаря тому, что они помнят обо мне, они являются олицетворенными тиртхами, которые ходят и приходят, ну как, например, кто, кого называли здесь в Шримад-Бхагаватам? Видура, ему говорит, что он фактически олицетворенная тиртха. И вот тут Шрила Прабхупада говорит, что такой учитель тоже вынужден грехи учеников принимать на себя. То есть мы знаем, что в процессе инициации, даже вот этого посвящения, которое мы как бы, так сказать, формально получаем, ну, то есть имеется в виду в момент яги, есть в первую очередь глубинный смысл этой, происхождения этой яги, тапа, урдва, пундра, вот эти все, потом нама, вот эти все пять составляющих инициации, когда человек совершает аскезу перед этим, когда он ставит тилаки, а потом конечный итог, когда он получает инициацию. Он получает не просто имя или четки, он предается представителю Верховной Личности Бога, то есть в этой прозрачной среде, которая называется духовный учитель. И духовный учитель принимает на себя эту карму, и говорится, что в момент инициации, в частности, если не ошибаюсь, Буриджан Прабу, Банну с вами рассказывала, что и Буриджан Прабу, что сжигается апрарабдха карма в этот момент. Потому что преданные спрашивают, а как же вот я все равно болею после даже инициации? У меня, например, там какие-то склонности остаются. Потому что тело наше остается, когда мы получаем инициацию, правильно? Это называется прарабдха карма, то есть проявленная карма. А непроявленная карма, то есть грехи, которые мы совершили, еще не успели проявиться, то есть нет еще пхалан мукха, то есть нет этих плодов, этих грехов. Как мы знаем, есть апрарабдха карма, потом биджа, кута, вот эти все, они, начиная с этого момента, даже Бхактисиддханта Сингху описывается, они сжигаются, подобно тому, как сжигаются змеи. Потому что если сжечь даже нашу прарабдху карму, то есть наше тело, представляете, мы яги проходим, не только банан сжигается, который кинули в огонь. Как раньше все считали, что банан – это олицетворение нашей всей греховной кармы. Читан Чан Прабу рассказывал лекции в Майпуре, я слушал, он говорит, что когда он взял после инициации этот банан, только стал его кушать, ему сказали, ты что, это же грех, это же олицетворение всех твоих грехов, что ты делаешь, ты сейчас все просто грехи обратно сберешь себе. Потом, говорит, преданные объяснили ему, ну, там, через несколько лет, через десятков лет даже, что на самом деле это не олицетворение грехов, это символ того, что мы бросаем туда, на самом деле это подношение огню, как языку Вишну.
Поэтому мне не надо бояться брать, например, фрукты из Яги. Они не являются олицетворением. Конечно, есть какая-то карма у них лежит, потому что человек какой-то заплатил за них деньги. Но это не, сам, не, не воплощение всех грехов, как Адам и Ева там съели это яблоко. И таким образом у нас остается это тело после Яги, которое позволяет нам что делать? Позволяет нам все равно развиваться в увеличении привязанности к лотосным стопам Господа. Иначе мы без тела просто не сможем даже служить. Как мы сможем развить свою привязанность, как совершать эти 9 процессов преданного служения, если нет даже тела? Просто что такое садхана бхакти? Это процесс, благодаря которому осуществление регулируемой практики преданного служения с помощью органов чувств, который может привести нас к бхаве. Если у нас нет тела, как мы совершаем, будем совершать, или нет чувств, соответственно, как будем совершать эту практику? То есть это дар Кришны, чтобы мы глубоко развили наше сознание Кришны. И наша цель после этого – не делать ничего, кроме деятельности для Кришны. Получается, предаться духовному учителю, предаться Кришне и не нарабатывать кармы. Иначе, если мы начинаем снова заниматься какой-то деятельностью греховной, то плоды этой деятельности и часть грехов от этого получает наш духовный учитель, и за это он болеет. Поэтому дальше Шрила Прабхупада в комментарии говорит: нередко духовный учитель идет на риск, принимая слишком много чужих грехов, из-за чего ему приходится испытывать те или иные страдания. Хотя, несмотря на то, что он знает об этом, многие учителя, например, из-за того, что не хотят продвигать эту миссию Господа Чайтанья, они принимают много учеников, например, вот Джайапада Госвами Махарадж, он принимал тысячи и тысячи учеников. И мы видим, как на самом деле это сказалось на его теле, потому что когда много учеников, это очень опасно. Это может привести к тому, что человек, реально такие великие души идут на такую аскезу, на такое страдание ради того, чтобы обусловленные души, такие как мы, привести к Господу. И вот поэтому мы должны, если мы принимаем уже из посвящения, мы должны быть очень серьезны в своей практике. Но самое главное, что является практикой, это в первую очередь повторение святого имени Господа. Она является самым могущественным для данного века. Это практика преданного служения, как вчера Ачюта Прия Прабху говорил на лекции по читанию Чаритамрити. Он говорил, что вот эти все, например, арчанам, ванданам даже, все практики поклонения божествам, вознесения молитв, они являются хорошим практикой, являются практикой преданного служения. Они всегда были, как одни из 9 процессов преданного служения. Но самый могущественный процесс в данный век – это процесс повторения святого имени. Это шаванам, это слушание начала святого имени, потом, чтобы мы могли правильно повторять, мы его произносим. И потом слушаем также, что мы произносим. Это тот век, тот, как и Кали Сандарана Упанишат, я, кстати, достал недавно, и потом как-то, может, расскажу какую-то лекцию в следующий раз, как на самом деле один преданный нашел Кали Сандарана Упанишат, он сомневался, где же есть эта махамантра. Потому что многие говорят, например, шакты говорят, что у нас своя махамантра. Он был индус, это, если знаете, Натхаджи Прабху. Натхаджи Прабху – это ученик Раднат Махараджа, который встречался со Шрилой Прабхупадой. Он один из богатейших людей в Индии. И он сомневался, он знал все хорошо, в принципе, шастры более-менее. И знал, что другие говорят, что есть много других махамантр. И каждый практически в сопродае говорит, у нас своя махамантра, у нас своя махамантра. Шрила Прабхупада пришел и сказал, какая махамантра, почему у вас махамантра? Он в книгах ее встречал. Шрила Прабхупада говорит, так написано в Кали Сатарна Упанишат. И он специально попросил одного своего, даже не одного своего друга, он попросил многих друзей, каких-то санскритских ученых, найти Кали Сатарна Упанишат. И он говорит, где-то в городе, кстати, в городе, где он родился, где-то в Раджастане, один его ученый, знакомый друг нашел, там в библиотеке копию Кали Сатарна Упанишат, даже не копию, а оригинал, а ему сделал копию. И там был этот стих, который вчера цитировал Ачюта Прия Прабху. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Хари, Шадаша Касама. Вот там говорится, что эти 16 этих слов, они являются, это, я читал этот Кали Сатарна Упанишат, там описывается, что это разговор между Брамой и Нардой Муни. Он спрашивает, как же люди могут очиститься этот век? Он говорит, надо повторять эту мантру. Суть этой, она небольшая, зачем? Они буквально там 18 или 20 стихов в этой Упанишаде. И описывается, что именно благодаря этому повторению человек сможет очиститься в этот век Кали-юги. И тогда он уверовал, потому что говорит, если реально говорит, что ему перевели этот санскритский текст, и он понял, что на самом деле только благодаря этой мантре человек может обрести служение Господу.
и он сможет увеличить свой вкус, учить бхакти и в конечном итоге не просто очиститься, но и привязаться к Господу. Этот эффект гораздо больше, больше, чем просто очищение от виде гьяны и виде йоги. Такой процесс происходит быстрее, чем если, конечно, человек не совершает аппаратки какие-то. Хари Кришна, извините, что я немножко время больше занял. Это вопросов не будет. Рад Шримад Бхагаватам ки, джай, Шрила Прабхупада ки, джай, Итагур Премананда.